с Саратова переехали в Казахстан. Орел или Орал, как у них называется. Становились ночью вот таких типа апартаменты. Они сдают квартиры. В принципе, здесь все есть. Можно самому готовить, жить. Цена за номер, что там. Короче, на русские рубли 2. Как жить. Все есть. Ну, чисто для ночлега это, конечно, излишество. А так, кому останавливаться, пожить пару дней, самостоятельно отправить еду. Здесь все есть. Единственное, только они сдают как отдельными квартирами.